Lyte Kalalea S2 – это отличная модель зарядки для практически всех цилиндрических аккумуляторов. В комплекте имеется кабель для зарядки и инструкция на английском и китайском языках. Lyte Kalalea S2 автоматически распознает литий-ионные, никель-металлгидридные и никель-кадмиевые аккумуляторы. Позволяет заряжать литий-железо-фосфатные аккумуляторы и литий-ионные аккумуляторы с конечным напряжением 4,35 вольта. Для начала зарядки установим аккумуляторы. В зарядке есть два слота, в каждом из которых можно независимо заряжать разные аккумуляторы. Вот тут переключаем режимы для установки параметров зарядки. В течение 5 секунд устройство определит тип аккумулятора и начнет заряд. В процессе заряда на дисплее отобразится тип, напряжение аккумулятора, время заряда, накопленная емкость и ток заряда. При полном заряде на дисплее появится надпись Full. Вот, например, так. Для каждого канала есть своя подписанная кнопка управления. Можно просмотреть текущее напряжение, залитую емкость, время заряда. Устройству все равно, как вы вставите аккумуляторы. Поэтому можно не волноваться о правильной полярности. Аккумулятор все равно будет заряжаться. При установке литий-железо-фосфатных аккумуляторов необходимо выбрать конечное напряжение заряда 3,2 вольта. Для этого, сразу после установки аккумулятора, в течение 5 секунд, выберите необходимое конечное напряжение заряда для вашего аккумулятора. После того, как начнется зарядка, можно выбрать ток заряда. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку MOD с номером необходимого слота до изменения показаний тока заряда. В этом зарядном можно установить ток заряда в 0,5 ампера, 1 ампер и 2 ампера. Нужно учитывать, что ток в 2 ампера можно будет заряжать только один аккумулятор. По умолчанию начнется заряд током 500 мА. Для больших токов заряда нужно использовать блок питания с током не менее 2000 мА. Lyte Kalalea S2 может восстанавливать глубоко разряженные аккумуляторы. Но следует учитывать, что зарядка может не определить аккумуляторы с очень сильным разрядом. Да и, к сожалению, в зарядке нет функции Powerbank. Спасибо за внимание.